Привет, друзья! Сегодня у нас 25 сентября 2020 года. Произвожу съемочки дробилки для мелких веток гильотинного типа по принципу механического секатора. Вот здесь вот нож подходит к другому ножу, как секатор. Постепенно ветку. Вот показываю второй ножик. Вот второй нож. Он косой. Тоже наискось. И когда два ножа сходятся, то ветку режет как секатор. Вот. Два ножа. Пока нужно еще добавлять. Два ножа будет тогда измельчать еще мельче. Вот там как закрепил его, как бы ножи как закрепил. Вот здесь как бы механическая рука вот так поднимается. Можно достаточно объемную ветку зеленую подсунуть как бы. Вес довольно-таки хороший, поэтому поджимать вот этой ручкой, которую я держу, практически не нужно. Только единственное, это только чуть приподнял, засунул ветку, если она объемная, ежик. Вот чем хорошо, что любые ежики сюда сминаются и перемалываются. Потому что раньше нужно было ветки делать, чтобы они были... ежиком, чтобы они не были. А сейчас можно любой ежик сюда затягивается, что экономится время. Вот. Сейчас покажу то, что я уже передробил. И потом покажу, как она работает. Вот. Там расскажу, для чего это делаю. Подошел я к кустику перепривитому, который осветлил. Вот осветлил его очень хорошо. Кустик инжира. И ветки, которые все были, две хороших охапки, вот они уже лежат и занимают очень мало места. Это органика, которую не нужно, вернее, нужно утилизировать с умом. Почему? Потому что органика при разложении микробами, микроорганизмами производит легкие слабые кислоты, которые промываются дождем, и нашу светло-каштановую почву делают более нейтральной. Поэтому замывается почва, это в почву органика в виде кислот. И почва становится более плодородной, более структурированной. Органику раньше старался как бы закапывать глубже, но этого делать не нужно. Органику нужно размещать сверху. Вот сверху, особенно под инжирами. Вот у меня там видно, что вот она лежит, эта органика, рассыпается. Под ней микроорганизмы живут, которые ее... Червяки, которые потихонечку туда, в почву. Все, она, органика попадает в почву. То есть, все как в природе, как в лесу. Вот все так же самое. А чтобы она не занимала больших объемов, ну, вот тут у меня тоже видно, что еще дробилки, когда у меня еще не было, когда еще думал ее... Как ее сделать? Вот устилал органику, которая занимает больше объема. А теперь она у меня вот такого. Еще два ножа поставлю, еще будет мельче. Вот перемешивать ее, конечно, можно, перелопачивать. Это даже у меня не компостная куча, а просто склад органики, который я потом
буду расстилать над корнями инжира, чтобы они не сушались, вот вместо агроткани. Сейчас иду к своей дробилочке, покажу, как она работает. Подошел я к дробилочке, сейчас ее включу и покажу, как объемная органика превращается вполне малую по объему для дальнейшего разложения и хранения и применения. Включаю дробилочку. Сейчас покажу. Веточка инжира попала. Траву всякую. Можно сдержаться за ручку, можно не держаться. Вот так измельчаются остатки, мелкие ветки органики. Всем до свидания, всем пока.